Сегодня великий праздник, Рождество Христово. Поэтому в первую очередь я хочу поздравить всех людей с этим великим праздником, пожелать всем крепкого здоровья, мира, счастья, добра, радости. Всех с Рождеством! И сегодняшний концерт тоже был посвящен именно Рождеству. В этом концерте звучали рождественские произведения. Я пригласила участвовать вместе со мной великолепную одесскую певицу, меццо-сопрано Елену Вишневскую. И мы специально подобрали так программу, что все произведения были приурочены к этому великому празднику. Звучали шедевры Баха, Генделя, звучали рождественские хоралы. Много духовной музыки, а также много современной музыки и романтической музыки. То есть концерт был по программе очень разнообразный, насыщенный. И в том числе также звучали две мои авторские пьесы. На концерте звучало мое произведение «Аве Мария», написанное для меццо-сопрано и органа. Это произведение я писала специально для голоса Елены Вишневской, и оно посвящается ей. И я очень благодарю Елену Вишневскую, что она с радостью всегда исполняет это произведение. И, конечно, оно в ее интерпретации звучит просто чудесно. В конце концерта я сыграла Щедрика Леонтовича, известного сейчас на весь мир, во всех странах, известного под названием «Carols of the Bells». Ну, конечно, в собственной транскрипции для органа. Еще раз поздравляю всех с Рождеством!
интересный концерт по своему выстроенному репертуару. Потому что были классические произведения, те, которые всегда поют под орган, как Качини, Аве Мария, например. Но были такие, которые поют. Вот Россини, Агнус Дея из солнечной, маленькой солнечной мессы. Это поется с оркестром, с хором, вместо которого сегодня был орган. И Далила, которая просто поется симфоническим оркестром или оркестром театра в спектакле. Сегодня это был орган. Елена Удрос делает невероятную интерпретацию для органа. Это, ну, чудесная, по-моему, возможность для публики в одном концерте услышать сколько разной, знакомой, приятной музыки и услышать эти все интонации, какие-то колокольчики, какое-то вдруг туба. Это все орган, орган, это все Елена Удрос. Спасибо большое всем организаторам концерта, конкретно Елене Удрос, моей коллеге и по преподаванию в консерватории, и по концертам. Спасибо. Харьковчане, я очень-очень рада петь для вас.